Мекка – это священный город всех мусульман. Но дата рождения или, да, как сказать, возраст Мекки неизвестен. Но говорят, что даже в трудах Птолемея, это 4 век, он упоминался в своих трудах город Макарабу, город Мекка. Она полностью выстроена на камнях. И вот здесь, возле Аль-Харама, самой большой мечети всех мусульман, самой большой мечети во всем мире, постепенно убирают старые постройки, старую Мекку, и укрепляют склоны, вот хорошо видно, сносят старые дома, укрепляют склоны и будут строить современные гостиницы для паломников. Потому что ежегодно в период умры и хаджа Мекку посещают одномоментно более 12 миллионов мусульман, а иногда даже и больше, чем 12 миллионов.